сайт, ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок. Мы с легкостью можем найти общий язык с каждой из этих информационных площадок, уделяя не один час своего времени просмотру новостной ленты. А вот как сделать так, чтобы соцсети стали еще и полезными, знает факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций. Здесь в этом учебном году запустили новый проект «ГИЯК в цифре», задача которого с помощью медиапространства рассказать о самых интересных мероприятиях, происходящих внутри факультета. Идейным вдохновителем этого проекта стал декан факультета Сергей Владимирович Николаенко. Мы со Смоленским университетом в 2019 году очень активно общались и провели две мастерских, связанные с филологией. И в одну из встреч у нас, кстати, в университете, когда мы говорили на тему «В гостях у сказки. Миры реальные и нереальные», и вот родилась идея переложить это все в цифру. И поэтому слоган «В ГИЯК в формате нового поколения», «В ГИЯК в цифре» и начинается с этого года. На сайте факультета Владислав Овчинников размещает самую важную информацию. Встреча с абитуриентами в день открытых дверей, достижения ребят и преподавателей, расписание кружков и отчеты о их работе. Именно здесь студенты могут найти расписание на неделю, а абитуриенты получить сведения о том, как поступить на ВГИЯК. Событий и мероприятий на факультете проходит достаточно много, поэтому мы стараемся оперативно и быстро публиковать ее на сайт. В основном информацию мы получаем от преподавателей и студентов ГИЯК. Для того, чтобы ничего не пропустить, студенты организовали медиагруппу 24/7, которая объединила всех тех, кто всегда в курсе главных событий факультета. Каждый из ребят занимается своим делом. Кто-то снимает видео и делает фото, а кто-то пишет статьи для сайта и других социальных сетей. Все, кто входит в состав медиагруппы, получают заряд положительных эмоций, придумывают новые проекты и воплощают в жизнь самые смелые идеи. Проект «ВГИЯК в цифре» собрал творческих и активных студентов, которые любят, гордятся своим факультетом, стараются на благо факультета. Наша новостная лента – это разнообразные конкурсы, мероприятия. Инстаграм – это мы. Это студенты, преподаватели, официальные мероприятия, презентации, афиши. Наш Инстаграм – это наша жизнь в целом. Благодаря нам и Инстаграму каждый может проживать жизнь с ВГИЯКом. В рамках ГИЯК в цифре активизировалась работа на уже существующих медиаплощадках факультета, таких как Инстаграм, ВКонтакте и сайт факультета, а также была создана новая – ТикТок. Мы снимаем скорее такие более познавательные ролики, но скорее даже развлекательные, чтобы когда их можно было смотреть, ты говоришь: «О, жизненно, да». Очень интересно было вообще, в принципе, занять площадку ТикТока, так как набрать аудиторию скорее легче, чем, например, на Ютубе или на Инстаграме. Еще одна новинка этого года – творческий проект «Универсариум». Он представляет собой образовательную площадку для абитуриентов, созданную в Инстаграм-аккаунте ВГИЯК. Преподаватели кафедр факультета в интересной форме помогают будущим студентам подготовиться к централизованному тестированию и вступительным экзаменам по литературе. Площадка «Универсариум» на данный момент состоит из двух рубрик. Это «Внимание ЦТ» и «Первоисточник». «Внимание ЦТ» – это рубрика, в которой преподаватели университета рассказывают о сложных случаях, встречающихся в централизованном тестировании. А «Первоисточник» – это рубрика, в которой студенты выступают в роли героев различных книг или исторических событий и рассказывают от первого имени о каких-то событиях, произошедших в их жизни. Мы еженедельно снимаем небольшой ролик и выкладываем его в Инстаграм. ВГИЯК в цифре позволяет воплощать свои идеи в жизнь и развивать творческий потенциал, рассказывать студентам о самом важном и помогать абитуриентам сделать правильный выбор. Анастасия Мурадова, Дмитрий Шатовицкий, ТВУ.